Привет, любимый Ижевск! На связи Франкфурт на Майне. Спешу присоединиться ко всем поздравлениям, которые прилетают сегодня в Ижевск со всех концов мира в связи с юбилеем нашей любимой Ленинской библиотеки. Или Ленинки, как мы ее между собой обычно называем. 100 лет для библиотеки – это много или мало? Кто-то скажет много, кто-то скажет мало. А я задумываюсь, сколько же интересных книг, материалов и различной информации собрано за это время трепетными руками ее сотрудников. И понимаю, как много делает эта библиотека для города, для республики, для каждого своего любимого читателя. А потому сегодня хочется мне пожелать сотрудникам здоровья и отличного настроения, читателям новых книг и новых открытий, а библиотеке, конечно же, развиваться и двигаться вперед, оставаясь научным интеллектуальным центром города и республики. И мы обязательно еще увидимся. Пока-пока, Ижевск!